Здравствуйте, дорогой зритель. Снова с вами я, Михаил, канал «Картавый блогер» и небольшая посылка. Давайте посмотрим, что внутри. Внешний вид, конечно, был потерян, но при всем при этом розничная упаковка есть, сам товар не пострадал. Запасные колеса. Вот это вот интересно, куда? Нет тут информации. Нет, информации нет. Блин, он прикольный. На самом деле прикольный. А колесики крутятся. Все это дело можно с помощью вот такого ключа. Да, с одной стороны крестовая отвертка, с другой стороны трубчатый ключ. Можно все это дело подкрутить, раскрутить, разобрать. Поменять колеса. Даже, видите, тросик есть, тормозов как будто. Давайте вот так вот уберем. А ручку так. Ну, резиненькая, но резиновая. Не суть, короче. Как будто нажимается. И вот так вот на этом велосипеде можно пальцами кататься, пытаться изображать трюки. А есть достаточно большое количество, есть скейтборды для пальцев, есть разнообразные фигуры, выстраивается там лестница, не лестница, на чем там они катаются, эти экстремалы. Все это дело есть, и все это дело можно докупить и играться. Зачем мне это нужно? Ну, большой вопрос на самом деле. Отдам ребенку, а в целом стоит... А, этот тоже, видите? Ключик. Такой вот пластиковый ключик. И есть еще вот такая вот подставочка. В эту подставочку можно его... А что-то не хочешь вставать... Резина с колес снимается, кстати. Как тебя поставить-то? Блин, непонятно, как тебя поставить. По идее, должен вставать. У меня почему-то это не получается. Вот. Можно достаточно весело играться с ним. Стоит абсолютно недорого. Отдам ребенку на убой, возможно, быстро убьет, может быть, поживет. Не знаю, но для вас, если вам понравилось, можете посмотреть ссылки. Ссылки в описании есть. Постараюсь выложить помимо велосипедов еще и, собственно говоря, вот эти всякие разнообразные фигуры, на которых можно с помощью него кататься. Ну как тебя поставить тогда? Так. Можете, вот эти колеса можно вставить. Да нет, тоже как-то оно не сходится. И так и сяк, кручу-верчу, а вставать не хочу. Почему вставать не хочу, непонятно. Ну да и ладно. Прикольная, достаточно качественно сделанная игрушка, по стоимости там, ну, совсем недорого стоит, можно полностью разобрать и заново все это дело собрать. За сим, думаю, можно и закончить видео, тем более с обработкой сейчас беда, выложу как есть. Ну, а с вами до скорых встреч, надеюсь, скоро с обработкой станет получше, и я вас буду почаще радовать
разнообразными сюжетами. Достаточно много чего сейчас, в принципе, готово к обработке, но вот обработать некому. Пропал человечек, который занимался обработкой. Пока!